Все, ребята, здравствуйте, я с вами Компон. Сейчас я на дежурный по переезду. Мне пока что... Прием, дежурный. Прием. Закрывайте переезд. Переезд уже закрыт. Так, все, переезд уже закрыт. Мы ожидаем поезда со стороны Николаевки. Да если будет, баки с Контахой. Прием, дежурный. Прием. Ожидайте, поезд забыл вагоны, у него они оцепились, подождите. А можете, пожалуйста, сказать, у него пантограф будет плотнет? Да, пантограф плотнет. А почему он должен быть опущен? Не знаю, потому что нам говорили, там и ласточка проехала без пантографа. Я не знаю. Поэтому, пожалуйста, не забывайте ставить пантографы, а то... Тут я снимаю, и подписчики спрашивают, почему не плотнет пантограф. Все ожидаю. Так, ребята, пока я ожидаю поезда. Пока что я ожидаю поезда. Ура! Наконец-то щиток сделали. Прием, поезд отправился. Хорошо. Так, поезд отправился. Я потом, может... Интересно, что это за звуки, как будто блок меняется? Надо потом техслужбу вызвать. А то это может из щитке что-то там. Реально слушаю, как будто кто-то ломает что-то. О, ЭП-20. То есть ЭП-20, да. С плацкарты? Ой, красный. Я не понял, а почему он плацкартный? Он же вчера только что был с двумя этажными. С, не знаю, с чем еще. Сейчас. Так, где мой телефон? Алло, здравствуйте. Это служба РЖД? Да, здравствуйте. У меня тут, я тут сижу в будке, и какие-то звуки, как будто блоки ломаются. Можете приехать? Это там, тут рядом построили, в городе построили завод по изготовлению поездов и вагонов. Это оттуда звуки. Так почему у меня именно под будкой это все? Я не знаю. Сейчас приедем. Хорошо. Так, все, я РЖД вызвал. Ребята, мне просто, я слышал это посередине ролики и так далее. Я не понимаю, что происходит, почему именно это, там происходит что-то. Я сейчас вызвал РЖД преграду, чтобы она приехала. Интересно, РЖД будет с мигалками или без мигалок? Мне очень интересно. Надо бы заглянуть. Под щиток и посмотреть провода. Ладно, пока я буду ждать РЖД. Ну, надеюсь, она будет еще и с сиреной, потому что это очень срочный вызов. Потому что у меня скоро поезд отправится, у меня прям расписание, сейчас пойду посмотрю расписание. О, через 5 минут поезд. О, РЖД едет. РЖД. О, все, РЖД приехал. Здравствуйте. Здравствуйте. Короче, я сейчас открою люк, где там находится это все дело. Давайте. Так, ребята, у нас тут все починили. Ну, то есть, не починили, сказали, не обнаружили проблему. Мы вообще... Ай, нога.
Ампон, ты чё? Ай, нога. Блин, не отвечает. Ладно, надо скорую вызвать. Так, где мой телефон там в машине? Я должна скоро приехать. Только побегу к ней навстречу. Ай, нога. Ай. Как я тоже... Я так упал. Это как-то небезопасно. Теперь мне еще и в больницу ехать. Интересно, скоро с мигалками приедет? О, с мигалками. Залезайте. Вот так вот такие дела, ребята. Ну все, я в больницу уезжаю. Все, у меня нога сломана, называется. Говорится, упал. Говорится, хотел поработать, но не получилось поработать. Фух. Ну, ребята, я все равно, когда выздоровлю, продолжу работу. Пока меня везут в больницу, вы поставите мне лайк и подписки. Надеюсь, даже сегодня... Надеюсь, не будет столкновения. Вообще, я думаю, что не будет. Какой-то звук поезда. Все, меня сейчас завозят. Ладно, ребята. Включу камеру, как только буду... Только буду здоров. Фух, наконец-то я вылечился. Эх, стоп. А почему там машина стоит? А почему машина стоит? Надо ее срочно убрать. Она на рельсах стоит. Все даже... Бля. Ой-ой. Ой, задавил. Человек! Человек! Так, набираю номер 112. А, это с этой стороны. Ну, ничего интересного такого. Просто переезде. Даже такая авария набрала 100 тысяч просмотров. Кстати, ребята, у вас есть... А, я уже вам говорю. Короче, пожалуйста, добейте 1000 подписчиков до ноября. Ну, можете даже и раньше. Ладно, сейчас я пропущу поезд. Он где-то едет неизвестно где. Вообще неизвестно, куда он едет, что он едет, как он едет. Ладно, пока что выйду на рельсы. По первому пути. Стоп! Подождите, подождите. По какому? Разрезаю. Дежурный! Да, слушаю. Так это ж первый путь, там стоит поезд «Ласточка Авария». И это же второй путь. А, ой, извините, ладно, я уже... Ладно, так... поезд уже отправился. Ага, хорошо. До станции Саранка. Ладно. Так.
Ладно, пока мы ожидаем поезд. Так. Диспетчер. Что? А почему поезд так медленно едет? Не знаю, он старый. Даже два едет. Дежурный, тут двери открыты в поезде. Каком? В R2, который возле меня проезжает. Так, да что занялась с ним? Сейчас, хорошо. Сейчас, подожди. Печку. О, как хорошо, как хорошо. Ладно, ребята, если вам понравился такой видеоролик, то, пожалуйста, поставьте лайк и подписку. Надеюсь, мы добьем 100, то есть добьем 1000 подписчиков до ноября. Ну, можете и раньше. Ладно, ребят, всем удачи, всем пока!